Интересные факты об Антарктиде, о которых вы не слышали. В сегодняшнем видео мы увидим интересные факты о самом неизученном континенте – Антарктиде. Вы будете удивлены, что Антарктиду почти не затронула деятельность современного человечества. Попадая на континент, человек забывает о времени в привычном для него сенсе. И это связано не с наличием красивых пейзажей, обилием льдов и чистотой окружающего мира. А с этим связан первый интересный факт. Антарктида – это континент, который расположен сразу во всех часовых поясах. На материке соединяются все меридианы. К тому же здесь можно наблюдать такое явление, как полярный день и полярная ночь, когда Солнце не заходит за горизонт или же не появляется из-за горизонта более 24 часов. Самый длинный полярный день проходит с 21 сентября по 23 марта и длится 184 дня. В этот период Солнце каждые сутки описывает круг вдоль линии горизонта. Заметим, что в дни равноденствия Солнце в течение почти 4 дней светит одновременно на обоих полюсах планеты. А самая длинная полярная ночь в Антарктиде, когда Солнце не поднимается над горизонтом, длится почти 6 месяцев. Есть еще искусственное время. Континент разделен на сектора, на которых расположены полярные станции разных стран. У каждой станции свое время, которое может кардинально отличаться. К примеру, между норвежской станцией Тролл и российской станцией Новолазаревская разница во времени составляет 6 часов. И это невзирая на то, что они расположены в 360 километрах одна от другой. Поэтому ученые, находящиеся в Антарктиде, ориентируются во времени по времени стран, из которых они прибыли, или же по времени доставляющих припасы стран. Подробнее о том, что такое время и какое оно бывает, можно ознакомиться в книге Анастасии Новых «Эзоосмос. Исконной Шамбалы», а также в докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА. Исконная физика АЛЛАТРА». Второй интересный факт в том, что в Антарктиде находятся высокие горы Гамбурцева с наивысшей точкой 3 километра 400 метров. Длина гор составляет 1300 километров, а ширина гор местами достигает 500 километров. Ехать в Антарктиду, чтобы сделать селфи на фоне этих гор, мы не советуем, потому что они находятся под массивным толстым льдом толщиной от 600 метров до 4 километров. Третий интересный факт состоит в том, что в Антарктиде расположено самое чистое море планеты, в прозрачной воде которого можно разглядеть проплывающих рыб и животных на глубине до 76 метров. Четвертый интересный факт говорит о том, что континент является самым сухим местом на планете. Вы можете этому удивиться, но в Антарктиде за целый год выпадает в среднем 18 мм осадков. Приведем несколько данных. В пустынях Средней и Центральной Азии, Казахстана, среднегодовое количество осадков составляет от 40 до 300 мм. В пустынях Северной и Южной Африки – от 25 до 500 мм. В пустынях Аравийского полуострова и Ближнего Востока – от 25 до 300 мм. В пустынях Южной и Северной Америки – от 10-50 до 300 мм. В пустынях Австралии – от 100 до 250 мм. В пустынях Индостана – от 50 до 500 мм. Пятый интересный факт состоит в том, что в Антарктиде расположено 140 озер. Одно из них, озеро Восток с температурой 10 градусов по Цельсию, расположено подо льдом на глубине 4 километров. Шестым интересным фактом является то, что помимо льдов на континенте можно увидеть большие территории, состоящие из песка, земли и камней. Здесь нет льда, и это связано с тем, что местные ветра достигают скорости 85 метров в секунду. Такие суровые условия стали местом, в котором периодически испытываются планетарные аппараты, прежде чем их выводят в космос. Седьмой интересный факт состоит в том, что в Антарктиде можно встретить дюны, схожие с дюнами экваториальных пустынь. Восьмой интересный факт можно обнаружить в районе Земли Уилкса. Здесь находится астероидный кратер диаметром 482 километра. Считается, что астероид упал на планету приблизительно 250 миллионов лет назад. Невзирая на то, что в Антарктиде отсутствуют постоянные жители, континенту присвоили свой телефонный цифровой код 672, а также доменное имя AQ. Дорогие зрители, а какой из фактов для вас стал самым интересным? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире.